по Навальному, оправдан или не оправдан, это решает суду. Я не юрист, не адвокат и не прокурор. Если бы есть хищение на 500 тысяч долларов, то это преступление. Проблема в том, что почему именно Навальный, а не еще несколько миллионов человек, которые занимались такими бизнес-сделками по стране. В любом случае, если то, в чем его обвиняет прокуратура, следствие, правда, то это преступление. Надо ли давать за это 5 лет? Нет, не надо. Я считаю, что за такие преступления надо давать месяц тюрьмы и штраф в размере возмещения суммы причиненного ущерба, что-то вроде ипотеки. То есть надо сильно гуманизировать наказание. Могут ли после того, как он поучаствует в выборах, его опять посадить в тюрьму? Могут.